Ілля Комісаров, студент одного з університетів Миколаєва. Якось по дорозі з навчання додому він привернув увагу цілої зграї собак. Один із псів-безхатченків напав на хлопця і покусав його. Довелося звертатися по медичну допомогу. Я прийшов додому, повідомив батьків. Вони сказали, що треба промити рану. Вони сказали, що, можливо, ця собака була там скажена і треба піти до лікаря. Ми поїхали, ми взяли таксі, поїхали на Миколаївську, там обласна лікарня. Мені сказали, що так, там рван рани чи щось таке, укус від собаки був, ну, середньої важкості. Процес лікування був тривалим і болючим. Якщо ми встановите локацію, де знаходиться та чи інша собака, то ми не зможемо сказати, чи була вона скажена чи ні. І через це мені довелося робити щеплення від сказу на протязі місяця. Рани зажили, та згадувати ту подію Іллі досі неприємно. А от про першу допомогу при собачих укусах у студії «Нового дня» розповість лікар-травматолог. Ну що, друзі, маємо ось таку ситуацію, можливо, з ким тільки не траплялася вона, і зі мною також було так, що в дитинстві кусала. Отже, що робити, коли укусила собака, яка перша допомога, зараз дізнаємося нашого гостя. Доброго ранку вам. Вітаю наші ранкові студії. Ну, нас завітає сьогодні Микола Алексєєв, обласний травматолог. Отже, давайте розбиратися, що ж робити, якщо все напала собака. В нашому місці, я думаю, це стається доволі часто. Перша допомога, як їй надати? Во-первых, я хочу сказать, что это заболевание, бешенство, это особо опасная инфекция. Я начну вас немножко пугать, а потом буду рассказывать, как от этого избавиться. Почему пугать? Потому что действительно в мире от бешенства погибает в год 55 тысяч людей. В основном это Азия, Африка, но у нас тоже в Украине каждый год до 7 человек погибает от бешенства. Вирус бешенства попадает при укусах бешеным животным. И в чем проблема? Когда животное кусает человека и заносится вирус, человек уже инфицирован. Инкубационный период может быть от 7 дней до 1-3 месяцев. Но бывает даже год и более. И проблема в том, что когда вирус бешенства и уже попадает в мозг, а по нервным окончаниям он проходит в головной мозг и вызывает энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Человек погибает. И остановка дыхания, остановка сердца. И спасти человека может только вакцина, вакцинирование. Для этого нужно только вовремя обратиться за медицинской помощью. И если человека укусило животное, он обязан, во-первых, желательно запомнить это животное. Если нервная система нормальная, и человек не убегает и не спешит оказывать себе помощь или близким, можно сфотографировать на телефон. И потом, когда сообщаете в больнице о том, какое животное вас укусило, ветлечебница, ветврачи наблюдают за этим животным около 10 дней. И почему 10 дней? Через 10 дней установлено перед смертью животное, вирус бешенства попадает в слюну. И если животное кусает человека, то через 10 дней оно должно погибнуть, если оно бешеное. Потому за животным наблюдают. Если через 10 дней животное стало живым, здоровым, слава Богу, человек спасен, он будет жить. Ну, а якщо ось, наприклад, тварина чіпована, от є у неї і вкусила, то... Якщо є фіксація, чіпована собака, но є документи, що вона привита. Мало ли, що там може бути. Тому, навіть у вас, якщо укусила
животное и хозяин собаки сказал, что она привита, требуйте документ. Если документов нет, верить нельзя на слово. Обязательно mm-hmm. нужно прививаться. И в мире никто не может вылечить бешенство. Всегда люди умирают. Да, есть статистика. Несколько человек выжило в 2005 году в Соединенных Штатах Америки. Девочка 15 лет была укушена летучей мышью. И вирус попал, она не обратилась вовремя за помощью и уже развилась признаки заболевания. Ее спасли американские доктора, но они приняли такой метод, как ввести искусственно в кому, сознание mm-hmm. отключили и вводили вакцину. И по такому же методу еще несколько человек спасли, но дальше информация эта не распространяется, потому что нет доказательств, что можно спасать всех. И ученые доказали, что почему спасли девочку, скорее всего, потому что летучая мышь имеет вирулентность, то есть агрессивность вируса меньше, чем собака, лисица, волк и кошка. И медленно распространяется этот вирус. И удалось спасти. Когда кусает бешеный волк, лиса, собака, кот, и надеяться на то, что когда ты заболел, это не стоит. Нужно спасти человека только прививанием. Перша допомога. Я думаю, про це часто забувають, коли ось стається така від нервів, від чого, що робити. От, наприклад, якщо рана глибока, як допомогти собі або своєму товаришу, який поруч і от потрапив в таку ситуацію? Если укус произошел далеко от города, сельской местности, далеко от районной больницы, угу. в первую очередь нужно обработать мыльным раствором, насколько это возможно, где-то есть, в течение 10 минут промывать рану, а также обработать спиртом, йодом вокруг раны. Если вы находитесь в городе или возле районной, центральной районной больницы, нужно сразу положить повязку и идти обращаться в больницу. Самое главное, это, естественно, да, еще хочу сказать по поводу укуса. Есть рваные раны, это обычно собаки, волки. И с одной стороны, это обезображивающие такие рваные раны, кровоточащие, но их можно вымыть, вирус бешенства с этой раны, больше вероятность, чем укус кота и лисы. У них острые зубы, точечные укусы, і вірус вже вимити невозможно. Який період можливо його вимити от, по часу? Перші 10-15 минут можна вимити. Ну, якщо навіть людина обратився позже, в лікарні все одно промивають рани, обрабатують, обкалують вакцини. Головне – це наблюдення за животним. Якщо людина потеряла з виду животне, воно вбіжало, или погибла, всегда считается, что это бешеное животное. Нельзя думать, что можно будет проскочить эту ситуацию. Нужно всегда прививаться от бешенства, это 100%. Не упускать самую эту процедуру, которую не все любят. Да, к сожалению, даже нет противопоказаний беременным и аллергикам. Потому что смерть, стопроцентная смерть, бешенство. Какие могут быть еще противопоказания? А как доглядать потом за раною, после того, как уже от, первая допомога есть, уже наче и спостерігаємо, и вот как обрабатывать дальше? Если животное считается бешеным и раны тяжелые, госпитализируют пациента в стационар и прививают. Если это легкой средней тяжести, прививки назначают и отпускают домой, перевязки производят в поліклініках по місту жительства. Зрозуміло. Ну, від вас декілька порад, можливо, для тих глядачів, які все ж потрапляють в таку ситуацію. От, як, можливо, не розгубитися і от, швидко надати собі допомогу? В першу чергу, я би хотів посоветувати не допустити укусу, наскільки це можливо. Я розумію, що у нас зараз в місті собак, котов, дуже багато бродячих, в відлічі від інших країн, де в Швейцарії, допустимо, ні одної нет бездомної собаки. Є такі країни, як Англія, Кіпр, и скандинавские страны, у них вообще не регистрируется бешенство. Нет бешенства, с ними борются, у нас этого нет. Потому как бывает, на детской площадке сидит взъерошенный кот, тихо сидит.
дети, для детей это такая лакомая игрушка, которая не убегает никуда, могут погладить. Это может быть последняя стадия предсмертная у кота, и паралич уже настал. Дети подошли, погладили, укусил. Потому что нужно не подходить к чужим животным, незнакомым животным. Это самое главное. Желаю всем здоров'я. Дякуємо вам, що завітали, дали такі поради. Думаю, вони дійсно дієві і актуальні для нашого часу зараз, що відбувається взагалі в Миколаєві. Тож я нагадую, до нас завітав Микола Алексєєв, обласний травматолог. Дослухайтесь до порад, нехай у вас все буде добре, бережіть себе.